Здравствуйте, подписчики моего канала, все, кто смотрит данное видео. Самый центр города Львова. Зашли, просто видно было в арке. Место как старое какое-то. Остался только фасад старого здания. Ну, похоже, что старое, старинное здание, но оно уже разбитое, наверное, не знаю, лет 50, а может 70, может еще в войну его разбили, если уже столько насыпи земли, повырастали деревья, и стоит, никто его не собирается ни реставрировать, ничего делать. Еще одна штука, интересное место заметил. Вот ворота, в которые можно заходить для того, чтобы потом войти в подъезд. Это обычные ворота, никакого забора нигде нету. Ну, типа калитка называется, да? Вот, так что есть во Львове интересные места. Что интересного, вот это растение называется иван-чай. У меня на канале можете просмотреть про иван-чай, как его заваривать и вообще что это такое, или просто введите в интернете иван-чай и вы увидите. Все, до новых встреч.